Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, значит, наградочку мы забираем, это последний у нас. Так, здесь тоже забрали. Такие наградки, липовые, так скажем. Так, ну что, ребята, вкратце, блин, у меня энергии нету. Плохо. Вкратце, у нас идет событие, но, друзья мои, я не могу его проходить дальше. Потому что, понимаешь ли, у меня нету зомби-джиггернаута с тремя звездами. Требуется три звезды и выше. У меня только, по-моему, две звезды у него. Ну, сейчас продемонстрирую, вот. А, четвертую, четыре звезды нужно, получается, да, и выше, у меня вот три. И все, и не могу я дальше события-то проходить. Почему они так делают, а? Блин, награды, в принципе, шикарные. А я, как болван, ничего не могу сделать. Меня это ж бесит. Так, ну что, ладно. Сегодня, друзья мои, мы открываем нового персонажа. Наконец-то я его получил. Мне остается потом еще одного персонажа заполучить. Ну а пока, ребята, Моргана Ле Фей. Да. Это, ребята, у нас из Всадники Апокалипсиса. Наконец-то я прошел задание, я ее получил. Так, что у нас тут? Бывшая ученица Мерлина Моргана Ле Фей, властная волшебница, что использует свои способности для манипуляции прошлым и настоящим. 20 тысяч. У меня и с деньгами, ребята, тоже проблема. Вербуем. Три звездочки у нее. Так, похищение души. Что это такое? Наносит основной цели 70% урона. Фигня какая-то. Так, искажение времени. Снижает шкалу скорости персонажа всех союзников и противников на 100%. Снимает со всех врагов один случайный положительный эффект. Этой атаки невозможно избежать. Но пока я, ребята, ее прокачивать не буду. Не вижу в этом смысла. Так, для того, чтобы мне получить последнего всадника, а это у нас, если я не ошибаюсь, голод. Надо окно закрыть, а то шумиха какая-то. Для того, чтобы получить мне последнего всадника, голод. Во-первых, мне нужно дохренище. Во-вторых, я имею в виду дохренище этих. У меня, если не ошибаюсь, осколков не хватает на нее. Сейчас мы даже посмотрим, сколько нужно и сколько мы сможем получить. Так, вот она, Роук. У меня 40, ребята. Мне нужно 60 карточек на нее получить. 60. А за прохождение мы с тобой, да? Вот начал я тут прохождение. Как видишь, докуда я дошел. Еще тут пиликать и пиликать. Доходил, ребята, я до последнего, но мне не хватило там забомбить. И вот я все пытаюсь как-то ухитриться, чтобы сделать. В общем, ребята, за первое прохождение мы получаем с собой, по-моему, 30 карточек. Или 25. В общем, мне не хватит в любом случае. Поэтому я пока это дело отложил в сторонку. Нужно прокачать некоторых персонажей мне. Для того, чтобы дальше там двинуться. Так, и смотрю-ка я, в войне мы сравнялись. Мы были впереди. Где-то у нас была сотка, у них 60. Они уже сравнялись почти с нами. Как бы не сфейлиться на войне. Не хотелось бы, друзья мои. Так, ну что, давай забирать тогда награды ежедневные. С деньгами, большая проблема с деньгами, ребят. Их сейчас нужно просто миллионы. А взять их неоткуда. На заданиях, сам понимаешь, особо сильно не заработаешь. Там сущие копейки падают тебе. Так что в прокачке я очень круто сейчас встрял. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Здесь откроем осколки, посмотрим. Тьфу ты, ёнду. Но это меня не интересует вообще нисколечко. Меня интересуют, ребята, вот, золотые сферы. Но фиг ты их дождешься. Фиг ты на них накопишь. А если и накопишь, то, как всегда, тебе дадут там 1100-200.
Тысяч 100 это, наверное, максималка, которую там 120 тысяч можно получить. Жмотничают на миллион, ребята. Жмотничают они. Ну что, давай тогда заберем вот эти вот ежедневные цели наши. Так, на арене. Испытание. Автопобеда. И открытие две сферы. Это мы сделали. Так, купить припасы. Опять же трата. Ну, я теперь, ребят, экономлю. Поэтому покупаю самые дешевые. Лишь бы задание сделать. 45 тысяч получаем. Ёк-макарёк. Так, 5 карточек. Сколько мне вообще еще надо? Еще 20, получается, 3. 23 карточки, и у нас появится этот новый персонаж. Так, тратить Иза, тратить энергию. В общем, ничего такого серьезного здесь нету. В этапах пока тоже все глухо. В налетах тоже, друзья мои, все глухо. Сейчас пройду. Сейчас пойдем с тобой, наверное, открывать. Так, ну здесь получается последнее задание нам сделать. И все, друзья. Давай-ка выполним его, чтобы полностью закрыть. Так, не хватило, ладно. Давай еще. Все, перекрыли. Забираем, ребята. О, тут 180 тысяч хотя бы дали. Но все равно этого мало. Все равно этого мало. Я тебе говорю, нужно где-то лимонов 10. 20. Это чтобы сделать необходимые, ребят, какие-то дела. А так, конечно, нужно очень много финансов. Так. Вроде бы здесь пока все. Поехали здесь, зайдем в припасы и смотрим. Ну, у меня либо серфера, либо... Давай, наверное, женщину Халк качнем. Так, а здесь... Ну, тут Нуар нужен мне, по большому-то счету. Баку. Так, Карат, преследователь. Да, наверное, я Антивеном, Коллинг, Фелла, Женщина-паук, Мадлен Прайер. Давай фиг с ним. Прокачаем здесь. Так. Немножечко денег есть. Вот я сейчас сижу, думаю, на что бы их потратить. Так, у нас тут бомжовские какие-то награды дали. Ну, я тут проиграл, ребята, в этом состязании. А, победа? Да ладно, я там всего, ребята, 3 поединка выиграл, на самом деле. Всего 3 поединка. Так, смотрим, что здесь у нас. Ага. Так, ну думаю, что этого я разорвать смогу. Тут 28-й, 29-й уровень. Ну тут можно взять, в принципе, кого? Альтрона? Да нет, даже мы возьмем с тобой Халка. Ну и, к примеру, Дума. И возьмем каких-нибудь таких слабеньких, например. Я же не знаю. Ну давай возьмем Карата. Так, и вот так. Я думаю, что этого будет более чем достаточно. Попробуем сейчас разнести нашего противника. Посмотрим, насколько нас хватит здесь. Потому что если мы выигрываем в состязании, мы получаем с тобой кристаллы, которые сможем потом потратить на наших персонажей. А мне нужен персонаж из этого Бревест, или как там, Бревест.
RTBay. Бета-рей. Так, ну что, поехали, короче. Кого тут бомбануть-то? А, тут уже провокация стоит. Ну хорошо. Понятное дело, что уклонение срабатывает. Ну, это ватник, ребят. Это подставное мясо у нас. Я удивлен, что он провокацию не взял. Слушай, ну нам бы, кроме шуток, надо сейчас с Альтроном как-то справиться. Иначе он сейчас начнет тут плодить. Титания тут выделывается. Ну, хотя бы замедление повесил. И сразу же, ребят, берет провокацию. И его, естественно, сейчас и уничтожат. Ну, это мелочи жизни для нас. У него еще защита от смерти. Все, готов. Упал. Ну, это понятно, Альтрон, как всегда, воскрешается. Но провокацию берем. Надо бы тогда на чувачка вальнуть. Ну вот и остались два сильнейших, которые, в принципе, и должны сейчас тут разнести всю команду вражескую. Эти были так, просто для мяса, так скажем. Смотри, заколебало, а? Минус один. Ну вот и осталась одна. Уклонение свое потратила. Вырубаем ее. Все. Разнесли. Прекрасно. Так, ну что, двигаемся тогда дальше. Смотрим, кого нам подобрать для следующей битвы. Можно, в принципе, на автобой поставить, если ты уверен, что сможешь вырубить противника. Как бы никаких проблем. У них уровень-то тут не особо сильный. Так, команда паучков, да? 122 уровень. Но здесь можно поступить немножечко попроще. Взять команду вот такую, этого более чем. Ну давай еще возьмем этого. Где он у нас? Шокера. Эти ребята просто сейчас разорвут. Просто разорвут эту вражескую команду в 5 сил. Никакие там паучки не помогут со своими уклонениями. И ткачиха-паучиха тоже здесь ничего особого не сделает. Мне ее нужно прокачивать. Потому что у нас еще событие идет на паучках. По крайней мере, было. Может быть, оно уже закончилось, но вроде бы как нет. Я тут, ребят, на автобой поставлю, потому что, ну, они просто сейчас разорвут врага. Нуар не поможет здесь. Да, вот у них команда уклонистов, блин. Они уклоняются очень хорошо. Замедление, кровотечение. Так, у меня Октопус будет ставить? Во-во-во, пошло. Ну, сейчас моя команда будет их рвать. Дайте только им начать какие-то телодвижения. У нас зловещая шестерка как раз против пауков. Так, получили усиление на... Ну, тут единственный, кто, наверное, выживет, это паучиха. Из последних. Хотя, смотрю, мы плотно за нее взялись. Да, походу дела, она не выживет здесь. Все, ее уже нету. Так, Нуар имеет способность воскрешаться.
То есть на один разок его хватит всего лишь. Опа-на, все, больше у него нету никакого перерождения. Ну давайте, добивайте уже, все. Все изично. Так, ну здесь тоже прошли. Пропускаем 5 очков. Мало, конечно, но... никуда не денешься. Мне вот одного непонятно. Ребята, тут есть события. Сейчас, подожди секунду. Попробуем, наверное, может быть, вот этих вот. Если я их возьму через... Хелла, она не выживет. Ладно. Сделаем так. Раз. Два. Я возьму сюда... нежить. Ну где у нас Хелла? В плане, я ее не могу взять. Точно, ребята, я не могу ее взять сюда. Тогда я не понимаю, в какой войне я должен выигрывать. Там задание такое: выиграйте в войне нежитью. Интересно. Так, ну что, вдвоем давай возьмем тогда леди. Возьмем Росомаху и... ну, пускай будет вот это вот. Я уже так, ребята, делаю солянку. Можно же было бы, конечно, взять полностью команду Пегаса. И они бы тут разворотили бы гнездо кукушки, как говорится. Но мы сейчас сами справимся. Надо будет Моргану как-то прокачать. Так, ну что у них тут? Ничего такого особенного я не вижу. Посмотри-ка. Так, у них тоже, оказывается, есть, да? Лечилка. Все, сокол, ты сейчас долетаешься. Повесили щиты на себя дополнительные. До свидания. Спасительница, ну ты сейчас доиграешься, я тебе говорю. Так, иммунитет повесили, ускорение. Если бы я сам бы играл, ребята, я в первую очередь бы уничтожал бы спасительницу. Чтобы она тут не бафала никого. У нее еще две защиты от смерти, но это, в принципе, ерунда. Все, последний удар, готово. Лам ее, как говорится, пустили. Так, это мы три поединка выиграли. Остается еще три, да, получается? Остается еще три. Так. Сюда. 103 уровень максимальный, да? У Сильвании, получается. Ну, здесь можно, в принципе, взять Капитан Америку, Фьюри, Кроссбонса можно будет взять сюда, Дэдпула. Ну и, наверное, ну давай так, возьмем Минерву сюда. Хотя не обязательно. Здесь вообще можно было взять одного Капитана Америку и разнести весь вражеский отряд. Без проблем причем. Потому что, ну что там у него? Провокация плюс удар щитом. Как минимум трех персонажей сразу бы отсеяли. Ну я уже, чтобы не рисковать, давай так сделаем контратаку. Че? Подожди, я что-то не понял. Дэдпул-то, что он такой ватный-то здесь? А ну-ка нафиг.
Чё-то он меня вообще расстраивает. Сколько перепуга-то? Ты видел, мы начали игру, у него уже здоровья там не было. Один удар кто-то по нему нанес и все. Такой ватник он оказывается, пипец. Что качаешь его, что не качаешь, вата есть вата. Ладно, здесь разобрались. И остается всего лишь два вражеских отряда. Так, ну сюда я, наверное, возьму. Так. Так. Альтруна оставлю пока. Давай возьмем ведьм сюда. Железное сердце и... сиделку ночную. Опять же возьмем чисто по уровню. Но, конечно, ребят, когда более серьезный враг, лучше брать полностью команду, вот типа либо Пегаса, либо Марвел, что-то типа из этого, а не солянкой какой-то заниматься. Так, ну что, ты будешь провокацию брать, нет? Поехали тогда. Вот, как всегда, дуркует. Минус. Ну и все. В принципе, ребят, она осталась одна, и тут уже ничего не поможет. Замедление плюс оглушение, и она падает к нашим ногам. Вот так вот. К ногам ведьмы упала. Поцеловала ей носок. Просто издеваюсь. Ну что, остается последний отряд, который нам нужно завалить. Ну, эта серия, как ты понимаешь, только лишь была сделана ради Моргана Ле Фей, чтобы ее открыть, чтобы я потом мог ее прокачивать. Так, здесь возьмем Локи, Альтрона. Ну, вот так вот. Так, а мне нужно будет кого прокачать? Мне надо, друзья, наверное, на пару уровней. Либо Доктора Стрэнджа. Ну, я потом покажу, какая у меня команда там остается. И они почему-то какую-то ватную команду мне дали, чтобы пройти. Я просто хочу события пройти, чтобы мне дали награды. Я понимаю, что я не смогу открыть Роук. Так, ты что тут делаешь? Ага, вакансия, все, я понял. Блин, вот мне что бесит у вакансов, что они без остановки бомбят. Давай слепоту на них, если получится. Не получилось. Разошлась швабра. Теперь моя очередь. Давай, вызывай команду. Сейчас будем тут усиливаться. И хилочку. Все, поехали. Минус. Готово. Так, что, пантеру будем? Как она меня раздражает, а? У нее еще атаки такие мощные. Ты гляди-ка, а. В инвиз. А он провокацию, он баку взял на себя. Молодец, красавчик, умница. Ты думаешь, тебе это поможет? Так, еще пару выстрелов, и ему хана. Ну что, Наки, по-моему, пора тебе... А, пантеру снесли. Да все, 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 даже не дергайся, не трепыхайся. Ну что же, событие пройдено. Кстати, там еще видел, планируемая... будет у нас это, планируемая работа 10 числа в 7:30. Ну, видимо, будут серваки перезагружать или что-то добавлять, пока неизвестно что. Хотя персонажи новых уже они сюда воткнули. Ну что, остается ждать результата, и потом у нас
принципе, и все, да? Так, боевой пропуск. Завершили. Забираем все. Жалко, денег здесь не дают. Они бы мне здесь очень пригодились бы. Так, у нас вот 5. Мне, чтобы его прокачать, ребята, до 4 звезды нужно, ну, вон, видишь, сколько еще. До хрена, одним словом. Так, на арену не пойду. Так, я хотел показать вам, чтобы получить рок, что мне нужно сделать. Каких персонажей? Ну, это я взял вот этих просто под мясо. Я думал, что у меня Marvel справится, но нифига. Если я беру этих... Вот Доктора Стрэнджа, либо Человека-паука Майлза. Но мне надо, наверное, Стрэнджа все-таки качнуть. Хотя бы на сотку, ну как-то сделать это. 500 тысяч мне, наверное, кажется, не хватит, чтобы поднять ему уровень. Сейчас посмотрим. Так, Стрэндж у нас находится здесь. Да. Смех. Но это не серьезно. Не получится пройти. Просто элементарно не получится. Ну, опять же, из-за денег все. Так, ладно. Что мы тогда можем еще сделать? Ежедневки? Сделать вклад, сразиться в рейдах. Рейды почему-то тоже не обновились, блин. Все по-старому. Дальше, дальше, блин. Мы в магазине. Что там у нас? Что ты мне тут хочешь показать? Материалы, ну спасибо большое. Здесь 6000. Ну что там по припасам, если глянуть. Вот мне... А, слушай, здесь поменяли. РТБ уже нету. Плохо, а он мне нужен. Там осталось совсем немножко. Качать, он бы у нас апнулся бы. Блин, как быть-то, а? Как быть? Так, ну, грядет RX. Это у меня пройдено. Давай, наверное, потратим с тобой последнюю энергию. Паучков, ребята, тоже не могу пройти. Остановился я вот на этом событии. 38-й, в принципе, 27-й уровни-то не очень большие, ребят, но... То, что в обязательном порядке дают вот этого Нуара и вот этого, а они у меня не прокачаны. Человек-паук 85-го уровня, его разносят в хлам. У меня почему-то паучиха-качиха дольше стоит. Ну и это 35-й. В общем, в мясо их всех разносят. Потому что вон те, вон задний. И причем я даже не могу, ребята, их поменять. Они должны в обязательном порядке присутствовать у меня в команде. Видишь? В обязательном порядке. Если бы они хотя бы были уровня 50-го, ну и побольше звезд, то да, базара нет. Я бы мог бы тут что-то еще потягаться. Ну давайте покажу, как тут, как тут происходит дело. У них, видишь, у них этот, блин, ящер, блин, со своей провокацией, которого не могу пробить. Не хватает сил пробить его, прикинь. И плюс у него тут же симбионы в этой же команде. Как-то, блин, у него такая солянка, но она жесткая получается. То есть этот берет провокацию, а эти на автоотхиле, блин, шпарят. Видишь, симбионы, команда. И причем здесь ящер. Видишь, мне приходится его, ребят, атаковать. Хочу я этого или не хочу, блин. Так как эти ватники, они сейчас в первую очередь отдуплятся.
Так, вот у них прилетел гоблин. Этот, соответственно, хиляет. У него еще защита, блин, от смерти. У ящера, я имею в виду. Вот этот гад бесявый. Все, нуарчик готов. Может эту шваркнуть, а? Крик. Потом кто там у нас по хпшкам? Ну этого, блин, видишь, защита от смерти. Так, он был оглушен. Давай добьем, наверное, его. Раз, раз, два, три, четыре. Ага, Гвенпул пришла, блин. Этот тут явился. То есть получается как бы и зловещая шестерка, блин, и симбионы. Ну, как бы несправедливо на самом деле. Заколебал ты уже, а? Сейчас этот возьмет провокацию и начнется, блин, опять веселуха. Все, паучок Майлз вырубился, как ты видишь. Вообще урона не наносим, блин. Просто не наносим урона. Именно по симбионам, потому что они отхиливаются, ребят. Этот еще и провокацию на себя взял. Да завали ты этого ящера, блин. Заколебал, а? Понижение защиты, ребят, сейчас будут разбирать. Давай по... А, у него защита... Ладно, попробуем сбить. Попробуем сбить сейчас гоблина. Так, теперь вот этого. И у всех защита от смерти. Смотри, психовать начинает. Ну, конечно, конечно же оглушение. Ну, ну, ну что, ну... Скотина. Так, ну у нас усиление защиты. Это Гвенпул, как ее там? Надо же... За... Блин, ты посмотри, задебафила, блин. Офигеть, блин. Ты ее бомбишь, блин. Ей похрен, блин. Просто похрен. Есть, наконец-то мы ее подбили, а. Так, ну этот будет сейчас проблематичный для меня. У него защита, у него еще и меткость тут, смотрю. Плюс защита от смерти. Хорошо, что паучиха отхиливается. Ну что, добивай его. О, с одной звездочкой. Я свою добычу не выпущу. Мы и так и думали, что ты так скажешь. Вот эта штукенция издает высокочастотные сигналы, которые вы, симбионты, терпеть не можете. Щелк. Пи. Получай. Мы должны помешать им. Ты сначала в себя приди. Догоним их, как только ты оклемаешься. Ну что же, хорошо, ребята, что прошли. На одну звезду, потому что полотряда погибло. Особых наград тут, как ты видишь, не дали. Но зато продвинуться можем. А сейчас посмотрим, что они дальше там
придумает. Здесь, короче, я должен везде проходить именно командой пауков. Ну-ка. Симбионта Венома мы обезвредили. Куда они направились? На какую-то мертвую планету, кажется. И я старалась не пустить эту гадость в себя, поэтому мало что видела из ее разума. Ткачиха, где они сейчас? Неподалеку, они высадились прямо в городе. Супер-дубер. Я дам знать, как только найду их. Видишь, необходимые персонажи. Хоть ты тут что делай, все равно они здесь нужны. Интересно, но если мы тогда играли против симбионов, то кого они сейчас против нас выставят? Сейчас глянем. Но опять же, на последнем издыхании играем. Паучки не прокачанные. Ну, только ткачиха, да и то, она не прокачана. Просто, ребята, у нее максимальный, как бы, прокач среди этих пауков. Кто тут против нас? Хм, не ждали? Ты погляди, уже друзей себе завел. Блин, опять симбионы, а. Так, этот уже страж красный поставил себе, блин, провокацию. У нас слепота, поэтому придется вот так вот сделать. А что, уже все? Паучка уже увольнули одного? Да, ребят, Спайдермена уже как будто и не было здесь. Зашибись. 14 противников будет. Не знаю, я не уверен, что мы здесь справимся. Он опять провокацию сделал. Тормоз, блин. Нормально, да? Так, слепоты нет? Нет, давай попробуем. Офигеть, схренали, блин. Хиляется-то так мощно, блин. Оглушенный пока, пускай постоит, подумает. Ну, хоть что-то, хоть где-то, блин. Гадина в инвиз ушла. Это сейчас начнет свои копья бросать. Майлз, давай только не дуркуй, пожалуйста, а? Этот запрет делает, да? Заблокировал мне все лечение. Да понятно, понятно. Вот мы и остались вдвоем. Сейчас Майлза вольнут. О чем я тебе и говорил. Также сейчас Нуарчика завалят. Ну ты посмотри, блин, что творит, а? Блин, это, конечно, псих. Веном псих. Ну, не хватает ему мощей, понимаешь, бомбануть. Был бы он прокачанный бы хотя бы на уровень, я не знаю, там, ну, 70-й. Мы бы тут бы их щелкали, как орешки. Запрет мне повесил, гад. Ты видишь сколько? Вот ты посмотри, гад, а. Сдохнешь ты или нет, блин, а. Заколебал еще уклонение. Нет, ребята, уклонения нету. Добиваем. Оу, еще 8. Нет, качих, все, к сожалению. Против восьмерых ты тут, ну, одна никак не справится. Тебя просто задебафят. Пипец. Просто не дают ничего сделать. Да,
Ну, как-то так, друзья мои. Команда паучков проиграла только лишь потому, что я ее не прокачивал. Ладно, буду знать, что здесь жопа полная. Для моего уровня здесь полная задница. Так, а теперь попробуем, ребята, как-то, я не знаю. Пробиться по событию на Роук, скажем так. Как это сделать и кем это сделать, я пока не знаю. Доктор Стрэндж. Его, если я его потрачу, ребята, если его завалят, он мне понадобится в конце, да, в последнем там испытании. Не вставлять его в отряд, тоже не знаю, ребят, как без него там проходить. Так, сейчас мы здесь заберем все наши награды, которые тут дают. Так, награду взяли. Здесь у нас превосходное снаряжение. Так, для буянов, для сдерживателей. Ну, давай для сдерживателей откроем. Так, и для бойцов поддержки. Так, все, да? Здесь все, посмотрим, смогу ли я кому-нибудь поставить усиление. Так, здесь можем. На алую ведьму. И на магнета. А, на магнета нам не хватает, ребята. Мне нужно 50 тысяч, по-моему. А у меня всего лишь 32. То есть я его не могу прокачать. Доктор Стрэндж. Майлз этот тоже, блин. Офигеть, чтобы уровень поднять. 381 тысяча. Такие сейчас для меня это заоблачные деньги. Я когда-то тратил вообще на изи миллионами, ребят. А сейчас все, лафа закончилась. Приток денег нету. Так, ладушки, давай что-нибудь подумаем, придумаем. Может быть, как-то получится ухитрить, я не знаю. Эпические компании, смотри. Кара. Вот кто против нас будет здесь. Самые противные вот эти вот. Эти стрелки, ну и, конечно же, этот охламон тоже. Вот я тут сижу и гадаю, как лучше сделать. Малоса вообще валят на изи. Эти мне тоже нужно будут в последнем этапе. И поэтому я предлагал вот такой вот вариант, ребят. Ну, хотел, по крайней мере, таким вариантом пройти. Но что-то как-то... как-то вот не получается почему-то. Если что-то можно, если успеть, конечно, вовремя выйти из поединка, можно переставить, чтобы тебя, главное, не завалили. Ну, давай еще разок попробуем. Может, еще выгорит. Если я этот этап пройду, пускай этих всех завалят, пофиг мне, кроме кроме Марвел, то я событие это пройду. Мне нужно, чтобы Марвел осталось в живых, но, блин. Как это сделать? От этой толку вообще мало. Да. Урон вообще ни о чем. Давай попробуем завалить смерть пул для начала. Потом, по идее, надо валить Доктора Стрэнджа, чтобы он ее не воскресил. Блин, эта стерва тут тоже блокировала. Блин.
Ну, давай так сделаем. Промахивается. Все, отдуплилось, короче. Это только первая волна, ребята. А еще вторая будет. Ну, давай этого так завалим. Теперь надо с этим разобраться. Но она остается одна у меня, ребят. И вот со второй волной будет проблема. Вот тут тырок, а. Так, дальше нам надо попробовать Хэллу вальнуть. Сейчас. Так. Теперь даже не знаю, наверное. А, задебафил опять. Ну, начинается, короче. Сейчас этот усиление сделает. Да блин, он... заколебал, этот еще отхиливает. По-моему, нифига у меня не выгорает здесь, ребята. Все, вселяет команду, блин, на контратаку. Пипец, короче. Вот и не выходит у меня, ребята, ни хрена, видишь? Если я беру Доктора Стрэнджа и Гром, я справляюсь. Они отдупляются, я справляюсь, но в конце поединка, где, ну, самый последний этап, где мне понадобится именно Доктор Стрэндж и Гром, их там не будет. Потому что они уже отдуплятся. Как вот тут сделать, хрен его знает. Даже не знаю, ребят. И хочется, чтобы они все выжили, и не получается этого. Не получается. А даже Марвел валят, хотя она прокачана, ну, прилично. Потому что их, блин, две команды, блин, по сколько там, по 8 персонажей. Хрен его знает, как тут быть. Ну, что такое, Майлз вообще, ну, просто, ребята, половины здоровья уже нет у него. Просто половины здоровья уже у него нету. Все, он еще и слепоту получил, соответственно, я не смогу сейчас. Я тебя умоляю, блин. Ну что это за ватники? Фу, блин, на них смотреть даже не могу, ребят. Эта стерва тоже погибла. Нет, 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 ребят, это полный бред. Полный бред, просто размотали. Вот так вот. Вот так вот получается, что мне нужно, блин, прокачивать. Денег нету, мне даже прокачать Стрэнджа или... Ну, Майлза я не хочу прокачивать. Какой-то вообще ватник. А на последнем этапе мне понадобится, я уже не помню, там какая команда. Вот у них. Надо будет их бомбануть всех. Для этого мне нужны эти пацаны. Все, чтобы остались. Это последний всадник, который мне нужен. И потом можно будет уже заниматься их прокачкой потихоньку. Поэтому я, наверное, пока отложу это в долгий, так скажем, ящик. Как только появятся финансы, сразу же прокачаю. И можно будет уже продвигаться дальше. Так, сейчас посмотрим, здесь есть кто-нибудь. Ну что, только дедлока можно повысить. Только дедлока, да?
На рейдах тоже там, ребята, по-моему, я встрял. Как команда вообще ни о чем. Просто команда ни о чем называется. Выживут ли они? Выжили, но... Доктор Стрэндж уже все, отдуплился. Вот Коллинз нормально... Коллинз же, да, ее звать? Да, Коллин Финк. Она нормально... Она вешает кровотечение и запрет на отхил. Но опять же, она не прокачана ни шиша. Поражение, кто бы сомневался-то. Кто бы в этом, блин, сомневался. Через 15 часов только закончится. Через 15 часов, блин. Ладно, заберем здесь награды. Так, участвовать в рейдах, участвовать в компаниях ИЗО. Вы еще писали, что в Marvel Snap что-то там новый сезон начался, да? Зайти. Я тоже, ребят, хотел зайти поиграть. Но все забываю. Так, здесь я сейчас доберу, что смогу. Так, забрали. Здесь я потратил, по-моему, да, энергию? Нет, не потратил, тоже заберем. Тридцаточку. Так, и здесь, а здесь я потратил. Так, тогда еще вот здесь вот. Тратим на... Вот этого. Хренушки там, даже двух не дали. Энергии мало, этого мало, всего мало, короче. Так, ИЗО. Сколько у меня энергии-то? 53. Ну, на разочек хватит. Вот так вот. Так, и еще можно, в принципе, немножко на поиск. На поиск я, пожалуй, скину на Локи. Остатки, как говорится, роскоши. Ну, 4 карточки дали нормально. Забираем. Ну, хотя бы вот пятихаточку бы. Ну, и все равно этого мало. В принципе, все, друзья мои. Пока. А больше здесь я ничего сделать, в принципе, не смогу. Показал вам, какие сейчас у меня обстоят дела. В общем, вы посмотрели. Я надеюсь, вы поняли, что ничего хорошего здесь нету. И опять же, проблема вся в деньгах. Морган Алифей 600, а у меня сколько? 528, мне не хватает даже. Даже здесь не хватает. Кстати, по ИЗО, по-моему, можно... Сейчас посмотрим, секунду. Доктор Стрэндж. Блин, 48. Перейти к матрице. 500. А у меня... Подожди, ну тут 500, у меня 48 тысяч. Что-то здесь не вяжется.
А, 75 уровень персонажа. Тварь, а. 75 уровень. Я думаю, что-то невежа. 75 уровень нужно ему вкачать вначале, чтобы перевести на ИЗО 8 первой категории. Вот оно что. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня я буду закругляться. Будем ждать, может быть, какое-нибудь событие. Может быть, здесь что выиграем, если на войне. Плюс вот здесь вот тоже, если выиграем, тоже какую-то надбавочку получим большую для прокачки. А на сегодня тогда все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.